Привет, либертарианцы. Обзор дешевой еды. Вот такие вот киви. Стоили они 65 рублей. Ну, я бы сказал, что это такая средняя цена. Может быть, можно найти дешевле. В магазинах где-то по 100 рублей продаются. Когда выбираете, нужно смотреть, чтобы он был твердый и светло-зеленый. Если он потемнел, значит уже постарел. Внутри он должен быть светло-зеленый, без темных пятен. Вот такой вот. Видите, светло-зеленый. Если он побитый, то у него идут темные пятна. Ну, можно купить и помятые, только дешевле должно стоить. Уже цена там рублей 50-30 таким помятым. Часто бывает продают старые, ну бывает продают еще, может, недозрелые, наоборот, сильно жесткие и кислые, это тоже не очень нужен. Киви должен быть кисло-сладким. Так, ну я уже вижу, что он нормальный. Поэтому я даже пробовать его не буду. Потом вполне нормальный. Так. Вот такие вот мандарины. Симпатичные. Немножко они, может быть, кисло-сладкие. Стоят, сколько они, 60-65, по-моему, рублей, или 55, или 65. Вот. Вполне хорошие. Ну, я их тоже открывать не буду. Обычные апельсины. Ой, мандарины, блин. Не мятые. А, 55, вспомнил. 55, да. 55. Что там бывает и дороже, и 80, и 100, эти именно 55. Но они такие же, как те, которые за 100 рублей. Помидоры из парника 55-65 они стоили. Нормальная цена, можно сказать, дешевая цена. Еще в одном ларьке, так запись идет, чтобы пустую не рассказывать, валялись они вместе вот с такими помидорами, которые на ветке, они уже стоят дороже, там 100-200 рублей такие помидоры, но там их поскидывали вместе. Продавщица пыталась сказать, что я там типа стащил, которые вот они 200, и закинул их к дешевым. Но на самом деле они уже были скинуты в одно место, и вроде как она продала по цене вот этих вот 65
парниковых. Ну, они вот эти вот с ветками, которые подороже, они не совсем нормальные, они мягкие, побитые уже валялись где-то. Поэтому их в одну кучу и сложили. Но это вам уже самим нужно следить, в каком они состоянии. Здесь вот, например, вот этот бок, он помятый уже. Вот если потрогать, то помятый. То есть фактически они не стоят, как новые, уже где-то повалялись. Так, на этом все. Спасибо, до свидания. Даешь революцию каждый день. Долой государство. Подписывайтесь, ставьте уведомления. И тогда мы быстро скинем государство.